снова на мой канал. Снова я снимаю ролик спустя 1000 лет. Простите меня, пожалуйста. Сегодня сниму очередной ролик, такой небольшой урок по транзишн. Снова расскажу вам новые приемчики, которые я сама узнала, которые я использую в роликах или использовала ранее в роликах. А также вернемся к нашим старым приемчикам. И больше не буду обещать, что буду снимать ролики, но я постараюсь. Постараюсь чаще, правда. Итак, первый новый приемчик, который я вам покажу, это будет вот такой приемчик с рукой. Надеюсь, вам видно. На самом деле этот прием я тоже узнала случайно, и он у меня долго не получался. Я думаю, что у кого-то даже из вас получится, может быть, с первого раза. Это будет очень круто, поэтому сейчас покажу, как это делается. Берем телефон, я буду использовать телефон другой, потому что на iPhone я снимаю видео. Но это не столь важно, на любом телефоне это можно снимать, это от этого, конечно, не зависит. И, кстати, ребята, пока не забыла, используйте обязательно хороший свет в своих видео. На данный момент у меня свет из окна, поэтому такой фон, диван, дверь, все по-домашнему, чтобы вас не смущать. Надеюсь, вы чувствуете уют и дом. Либо лампа, либо специальное освещение лампа, оно у меня тоже здесь стоит. Не знаю, правда, для чего, потому что прекрасный свет из окна, но все же. Итак, поехали. Приемчик с рукой, транзишн с рукой. Обычно снимаем ролик, уже готовя свою другую руку, если вы там левша, то, соответственно, наоборот. Кстати, как из вас держит телефон в руке? Я правша, я держу в правой руке, но я знаю даже некоторых правшей, которые держат с левой руки, но у меня левая рука совершенно нерабочая, и я не могу на ней снимать, поэтому я снимаю сюда с правой. Итак, просто держим телефон, все как обычно снимаем. Далее, когда вы хотите сделать переход, делаем вот такую вот интересную штучку. Эту руку помещаем сюда, вот такое положение, желательно, а там как вам удобно. И когда уже начинает движение телефона, помещаем руку сюда, и как бы телефон у вас уходит в ладонь. То есть примерно должна быть вот такая позиция. Так, снимаем. Уже начинаю двигать телефон, рука, хоп. Далее, когда вы поменяли местоположение, здесь уже берете, проще взять другую руку. Конечно, можно опять с той же рукой сделать движение, то есть как будто телефон у вас выезжает из этой же руки. Вы, допустим, поменяли фон, еще раз повторюсь. Вы поменяли фон, телефон прислоняете либо к этой же руке, получается, он у вас выезжает с этой руки, но у вас будет смена фона. Либо мы опять меняем фон и берем другую руку. И, соответственно, ставим в такую же позицию, вот в такую. Прислоняем к телефон, включаем запись и выходим из этой руки. Получается, у вас телефон как будто бы вокруг рук обойдет, будет такое ощущение. Главное, не забывайте менять фон, это придаст еще больше эффектности. Покажу еще раз. Снимаем, включаем запись, двигаем телефон, приближаем руку, хоп, стоп. Далее, меняем фон, ставим другую руку вот в такую позицию. Прислоняем телефон к ладошке, включаем запись и выходим. Получается очень эффектно. Конечно, вы можете использовать этот эффект, опять повторюсь, по-своему. Выходить из-за этой же руки, выходить так, выходить вот так, как вам удобно. Я вам показываю всего лишь основы вот этих фишечек, а там на что ваша фантазия гораздо. Поэтому это даже будет круто, если благодаря каким-то идеям, каким-то фишечкам вы создадите что-то свое, потому что не существует каких-то правил транзишн. Я об этом даже говорила у себя в трансляциях, о том, что нет какой-то правил, нету правил транзишн, нету. Просто я сама также смотрю какие-то идеи, какие-то фишки, либо так же делаю, либо что-то свое придумываю, поэтому обязательно просто пользуйтесь данными знаниями, и также вам придет обязательно в голову что-то свое. Следующий приемчик, который я покажу, его я уже тоже показывала, но еще раз покажу, потому что задают часто вопрос, как же делать круговорот телефона. Итак, поехали. Вы просто снимаете. Забыла показать. Вот.
Итак, просто снимаем ролик. Что у меня за свет какой? Снимаем ролик. И вы выбираете сторону, в какую вам удобно. Мне удобнее телефон опускать вот в эту сторону. Хотя раньше я делала вот так, но поняла, что мне удобнее сюда. Снимаете ролик и на нужном вам моменте опускаете телефон. Стоп. Нажали стоп. Далее опять-таки меняете фон, либо остаетесь на этом же месте. Соответственно, так как вы повернули телефон вот в эту сторону, вам нужно телефон повернуть в обратную сторону. То есть отсюда. Как я делаю так, чтобы получилось более четко? Все, это касается не только вот этого приема, абсолютно всех. После того, как вы нажали стоп и уже хотите сделать следующий кадр, где телефон выворачивается или выезжает, выворачиваем телефон, я уже его начинаю двигать. Не вот так, конечно, а чуть-чуть, потому что, соответственно, делая все видео на скорости 2, нужно делать все намного медленнее, чем на самом деле. Итак, я уже начинаю двигать телефон совсем легко, смотрите. Двигаю и только в движении включаю запись. Включила запись и закончила. Для чего это делается? Повторюсь еще раз. Для того, чтобы сделать плавный переход. Это самый главный вопрос, который мне задают. То есть в любом движении. Повторю еще раз. Телефон. Снимаем видео. Снимаем. Поворачиваем. Стоп. Далее поворачиваем в другую сторону, выворачиваем вашу руку настолько, насколько это возможно, в другую сторону. Уже я еще не нажимаю запись. Я двигаю телефон совсем легко и только в движении нажимаю запись и продолжаю видео. Этот прием, когда вы в движении нажимаете запись, можно делать абсолютно с любой вот этой фишкой. Например, да, там за голову выезжаете, то есть вы начинаете двигать. И только в движении включаете запись. Все это возможно и реально, и тогда у вас получится именно плавные переходы. Не будет вот этого стопа. Допустим, вы уехали вниз, нажали стоп, выезжаете отсюда, но этот стоп очень сильно заметен. Поэтому для того, чтобы убрать вот этот лишний стоп, мы уже начинаем заранее движение совсем легко-легко. И только потом нажимаем запись. Например, покажу вам, да, на вот этом как раз движении, когда мы уходим за голову и, хотел сказать, выворачиваемся, вылазим отсюда, в общем. То есть, все как обычно, снимаем ваш ролик и, кстати, также двигаем за вот этой рукой. У нас, ну, не обязательно, не все используют руку. Если же вы используете руку, честно скажу, у меня не всегда это получается, потому что вот эта рука у меня идет быстрее, чем я двигаю телефон. Соответственно, снимаю ролик. Этой рукой двигаем телефон. Так, так. И уезжает за голову. Нажали стоп. Опять-таки, еще такой момент, когда вы нажимаете стоп, уезжая за ваше тело. А главное тоже вовремя нажать стоп. То есть как только вы уехали за голову, сразу же отпускаете кнопочку стопа. Либо да, сюда. То есть сразу стоп должен быть мгновенным. Опять-таки, почему? Чтобы не было вот этих тормозов, стопов совершенно не нужно. Итак, еще раз показываю. Снимаем видео и уезжаем на голову. Стоп. Нажали стоп. Далее, естественно, мы переносим наш телефон в другую сторону. Опять я начинаюсь очень-очень медленно двигаться. Двигаюсь, нажимаю запись, выехала. Вот и все. Главное, дело не вот в этих поворотах. Главное дело в нужное время нажатом стопе и нажатой записи. Надеюсь, я сказала по-русски. Следующую фишечку, которую я уже показывала, покажу еще раз. Сейчас я показала, как вокруг головы, вокруг своей головы телефон двигать. Далее уже показывала. Снимаем видео. И то же самое, уезжает телефон у нас вниз, нажали стоп, выезжаем из-за головы, опять начинаю медленно двигать, медленно, и нажимаю запись, хоп, та-дам! То есть, в принципе,
Точнее, принцип тот же самый, как вокруг своей головы. Также еще одну фишечку, мне кажется, я ее не показывала, как делать себя кверх ногами и наоборот. То же самое, снимаем ролик, уезжаем за голову, но я уезжаю не сюда, не на затылок, а желательно вот сюда, на макушечку головы. Снимаем ролик, уехал за голову, стоп, не видно, но вот так. Покажу вам еще раз, чуть-чуть присев, потому что... Итак, снимаю ролик, хоп, и вот у меня телефон находится на уровне своей макушки. Далее, что я делаю? Беру телефон, переворачиваю и ставлю на то же положение. Можно чуть дальше, естественно, потому что я буду двигать телефон. И начинаю. Двигаю, запись, хоба! То есть у вас получится, что вы перевернулись. И то же самое можно сделать наоборот. Стоп! Переворачиваю телефон на нормальную сторону. Двигаю, запись, хоп! Вот и все. Единственный момент, о котором хочу сказать. Когда вы переворачиваете телефон не с камеры, нужно смотреть желательно не на себя, а именно в саму камеру, вот в эту вот дырочку в камеру смотрим. Хотя я не знаю, как на других телефонах, но я думаю, что, соответственно, у всех. Для чего? Для того, что если вы будете смотреть на себя, на видео будет ощущение, что вы смотрите куда-то вверх. Поэтому, когда вы переворачиваете телефон, нужно смотреть напрямую в камеру, вот в эту дырочку, не на себя, а в камеру. Покажу вам еще интересную фишечку, которую, мне кажется, я тоже не показывала. Это опять с рукой. Итак, снимаем видео, все то же самое, снимаем. Далее вы можете, например, вот такое движение. Я убираю телефон от себя и нажимаю стоп. Так, не видно, отойду сейчас подальше. Снимаю ролик и стоп. Соответственно, у меня на видео зависла камера вот так с рукой. Далее, желательно менять фон. Меняете фон, становитесь в ту же самую позицию, точно так же накладываете свою ручку. И запись, хоп! Это очень прикольно смотрится, как будто вы рукой меняете фон и так далее. С кулаком тоже, я очень часто делаю с лампой, да, снимаю ролик и хоп, нажала стоп, меняю фон, становлюсь в ту же самую позу, включаю запись, хоба! Примерно вот так. Либо можно сделать ощущение, что вы толкаете и тянете телефон. Например, снимаете, кулачком толкнули, меняете фон, становитесь в ту же позу, начинаете запись и уже руку меняете, как будто тянете телефон. Вот так. Хоп! Тоже очень прикольно получается. Надеюсь, из-за того, что я очень быстро говорю, вы все поняли. Если же нет, пересмотрите ролик еще раз. Я думаю, что на самом деле это не так сложно. Главное, я напомню, моментик. Первое. Вовремя нажимайте стоп. То есть мгновенно снимаем стоп. Мгновенно, как только вы уже зашли, например, за голову, сюда, вниз и так далее. Далее, когда уже выходите с другой стороны, отсюда, от руки, да, вот новую фишку я вам показала, уже начинаете двигать понемножку, то есть не вот так, а по чуть-чуть делаете движение телефона, вот так, запись, хоба, и все, хоба, что за слово, хоба. Итак, первое, вовремя делаем стоп, второе, начинаем движение совсем по чуть-чуть перед тем, как начать запись. Третье. Просто фантазируйте, будьте собой и делайте новые фишки. То есть я вам даю основы вот этих вот фишечек, знаний, а дальше вы можете делать все, что угодно со своими руками, ногами и так далее. Не забудьте подписаться на мой инстаграм hello.irene, а также, ребята, у Варюшки на канале тоже выходят ролики, поэтому мы будем рады вас видеть. Ссылку на Варин канал я тоже оставляю внизу, поэтому обязательно к ней заходите, подписывайтесь. Если вам интересны именно детские каналы, может быть, кто-то смотрит, ваши братики, сестрички или вы сами, заходите, поддержите ее. Она очень старается и снимается. Всем спасибо большое и всем пока!